Чехлов. Как экскурсия, которую планировали местные власти, превратилась в настоящую ревизию от президента? Уверены, что у вас получится? Да. Какой рецепт выписан тем, кто страдает проблемными инвестициями, а также нефть? Почему мы оказались перед необходимостью искать альтернативу? И где уже нашли? Просто космос. Что обсуждал Александр Лукашенко 3 часа с главой Роскосмоса? И что имел в виду Рогозин, говоря после этой встречи? Тот самый путь, который поддержан сегодня главой белорусского государства. Определяем наше место в строю космических держав. Как продать дом и не остаться должником покупателя до конца своих дней? Прессуют нас и вымогают деньги. Если это ремонт, евроремонт, значит, он должен быть евроремонтом. Невероятная сделка в Червине грозит тревожным прецедентом для всей сферы недвижимости. Попробуем разобраться в ситуации. Еще одна неделя позади. Чем запомнилась она стране и миру? Это «Контуры». Давос. В 19 веке глухой швейцарский городок увидел первых гостей, которые приезжали подлечить здоровье здешним воздухом. Говорят, писатель Стивенсон тоже лечился здесь и здесь же написал свой легендарный роман «Остров сокровищ». В веке 21-м сюда приезжают говорить об оздоровлении всей мировой экономики. А среди тех, кто приезжает, те, у кого и острова, и сокровища, способные затмить даже фантазию классика. Центральная тема в этот раз – экология. Да, шведская школьница Грета была замечена и в Давосе, но сейчас не об этом. Бросаются в глаза акценты. Открывая Всемирный экономический форум, его основатель Клаус Шваб начал со слов о том, что, цитата, «мир находится в чрезвычайном положении из-за климатического кризиса и торговых войн, а окно для переговоров быстро закрывается». И пообещал приложить все усилия, чтобы форум стал мастерской, а не говорильней. Создатель одного из символов современного мира, Шваб, конечно, видит подводные течения мировой экономики и наверняка чувствует усталость и разочарование очень многих в мире от того, как все устроено. К примеру, последние исследования аналитиков международной компании «Дельман» показали, жители стран с самой сильной экономикой в мире считают, что капитализм скорее вредит миру, чем идет на пользу. Капитализм больше не икона. Формула «выиграл-проиграл» все чаще дает сбои, уступая место принципу «win-win». Это когда в плюсе все стороны сделки. Вот взять, к примеру, ситуацию с поставками в Беларусь российской нефти. У меня недра, значит, я диктую правила. Конечно, имеют право, но это старый принцип. Мы видим, к чему он может привести. Однако, с другой стороны, вынуждая искать альтернативу, он, например, показал готовность Литвы подставить плечо и предоставить свои порты для транспортировки для нас нефти. Да-да, Литва, тот самый наш сосед, с которым у нас есть затянувшееся атомное недопонимание. Но возникла ситуация, когда можно не наносить удары, состязаться, а искать общие интересы. И вот win-win работает. К слову о нефтяном вопросе. Больно? Да. Неприятно? Есть такое. Но бизнес есть бизнес. Значит, надо искать альтернативу. Мы ищем и находим. 80 тысяч тонн норвежской нефти. И здесь дело вовсе не в объемах, а в том, что поиск альтернатив – это не просто план где-то на бумаге. Это не блеф, как сказал в школе президент. Это реальность и лишь один из примеров того, как может выстраиваться структура поставок сырья на наши НПЗ. Та самая диверсификация. Вообще, на этой неделе Александр Лукашенко не раз обращался к данной теме. Вот и во время разговора с работниками завода газетной бумаги в Шклове люди спрашивают президента о нефти, о причинах, что именно ответил глава государства через минуту в репортаже. Но до этого фраза, которая звучала чуть ранее, во вторник, на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт. Послушайте внимательно, чтобы все понимали важность момента и стоящие задачи перед отраслью и экономикой. Сразу после короткой характеристики ситуации президент предельно четко задает для всех собравшихся ориентир и план работы. Из-за введения России налогового маневра неизбежно снижаются доходы республиканского бюджета, ухудшается эффективность работы наших нефтеперерабатывающих заводов. НПЗ столкнулись с проблемой финансирования текущей деятельности и, что немаловажно, своих инвестиционных программ, направленных на развитие производства. Но я уже вам говорил, эти аргументы я даже
во внимание принимать не хочу. Войны нет. В мире денег море. Есть руководители концернов, в правительстве вице-премьер, руководители заводов. Решайте вопросы. Не можете уходить. Признаться, среди тех, кто был на совещании у главы государства, во вторник я не заметил тех, кто может выбрать второй вариант. Работа кипит. Но какие решения данного вопроса для нас наиболее привлекательные, что больше всего соответствует нашим интересам? Дмитрий Семченко разбирает тему. На 3 гектарах сотни тонн уникального оборудования, километры труб, самая высокая установка высотой в 20-этажку, здесь 13 огромных колонн, печь, где средняя температура 370 градусов. И вся эта технологичная машина должна была сбросить скорость до минимума из-за недостатка российской нефти. Партнеры с Востока хотели для себя слишком жирных премий. Но уже буквально с завтрашнего дня «Нафтан» снова обретет производственную мощь. Исторический момент для белорусской нефтепереработки. В Новополоцк заходят цистерны с норвежской нефтью. Будьте осторожны, на 58-59 сообщите по адресу и по колонии К102. Давление по колонии в норме, температура в норме. К приему новых для Беларуси углеводородов подготовились заранее, поэтому поступившее сырье сразу после отгрузки пойдет в переработку. В партнерах «Нафтана» всемирно известный «Тоталь». Компания с оборотом более 200 миллиардов долларов. Контракт заключили напрямую, минуя посредников. Опытные работники прекрасно помнят, как 10 лет назад после похожих капризов российских партнеров сюда впервые пришла венесуэльская нефть. И хотя логистика была непростая, тогда переработали 2 миллиона тонн сырья из далекой Южной Америки. Теперь логистика легче. Вот те самые буровые платформы Северного моря, откуда нефтяники добыли сырье для Беларуси. Крупнейшее месторождение на норвежском шельфе Йохан Свердруп названо в честь первого премьер-министра Норвегии, избранного в 19 веке. Теперь в веке 21 эта фамилия станет частичкой и белорусской истории. И если взглянуть на карту, это месторождение от нас относительно недалеко, 1500 километров. От него добытое сырье идет по проложенному на морском дне нефтепроводу в терминал Монгсдаб. Оттуда партия для Беларуси танкером отправилась в литовскую Клайпеду, а дальше по железной дороге в Новополоцк. Разумеется, такая логистика обходится дороже, чем доставка российского сырья по нефтепроводу, но качество норвежской нефти гораздо выше. С одной стороны, оно схоже с сортом Urals, но с другой стороны, лучше. Лучше, исходя из таких параметров, как выход светлых нефтепродуктов больше, соответственно, меньше мазута. Серы меньше, чем в Urals, там фактически 2 раза. Вот, учитывая все эти факторы, конечно, стоимость и выход нефтепродуктов, он выше. Да? То есть общая стоимость нефти, она для нас более ценна. Да? То есть ценность этой нефти выше, чем ценность Urals, получается. Вот, так что довольно-таки перспективный сорт, и я вижу то, что мы его успешно переработаем. Тема закупки нефти не уходит из топовых новостей медиаресурсов страны с начала года. Минск так и не получил компенсацию за налоговый маневр Москвы и отказался платить премию российским компаниям. Если умножить весь объем нефти, который мы хотели купить в России, то общая сумма такой премии измеряется в сотнях миллионов долларов. Но вопрос даже не в этих цифрах. Дело в том, что цена российской нефти для Беларуси постепенно обгоняет мировую. И это еще не потолок. Ежегодно Москва кусок за куском отрезает по 15-20% от половины пирога таможенных пошлин, которые раньше оставались белорусам. Через несколько лет не останется даже пошлинных крошек, поэтому выстраивать логистику нужно уже сейчас. Принято решение закупить будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую, неважно какую нефть по мировым ценам, поставить на наши нефтеперерабатывающие заводы и получить нефтепродукты из этой нефти. Нам надо идти к тому, что процентов 30-40 мы будем покупать нефти в Российской Федерации, процентов 30 мы должны с Балтики завозить нефть и процентов 30 через Украину, проверенный уже путь. Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно. Наш союзник
не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Это как раз еще один весомый повод искать альтернативу. После распада Советского Союза Россия постоянно использовала природные ресурсы для откровенного шантажа соседей, то есть в качестве кнута. Сначала же предлагала их и как пряник, зазывая в интеграционное объединение. Вот только ждать обещанного пришлось даже не 3 года, как в поговорке. Пряник зачерствел и подрос в цене. Очередь разошлась, глубоко впитав азы энергетической безопасности. Тренд на диверсификацию – это мировой тренд. Для обеспечения энергетической безопасности государства просто призваны искать какие-то различные источники на случай непредвиденных обстоятельств, каких-то аварий, чрезвычайных ситуаций, либо на случай каких-то экономических ловушек, которые могут преднамеренно расставляться. Вариантов у белорусских НПЗ немало. В логистике могут задействовать не только танкеры и поезда. Нефтепровод «Одесса-Броды» из Черного моря уже использовали в 2011-м для поставок на Мозырский завод. На южном векторе активно идут переговоры с Азербайджаном и другими странами. На западном есть нефтепровод «Дружба» через Польшу. Это сразу 3 ветки, которые поставляют российскую нефть на запад. И в будущем, возможно, придется качать в обратную сторону. Переломный, непростой, но исторический и крайне необходимый момент для белорусского суверенитета, набивший оскомину вопрос, что мы будем делать без российской нефти, стремительно теряет актуальность каждой тонны углеводородов, доставленной к нам из других стран. Это не блеф, это не то, что мы там, как они говорят, Лукашенко ставки поднимает перед переговорами, никаких ставок. Мы просто смотрим, что мы будем иметь, сколько мы будем при этом терять. Но если мы сейчас это не решим, через 2 года мы будем бешеными темпами это реализовывать, потому что тогда уже речи не будет даже об этих 18% таможенной пошлины, которую они еще у нас не забрали. Поэтому никакого блефа, никакого давления, все по-честному. Они захотели, чтобы мы платили, мы будем платить. Но и мы сегодня, ведя переговоры по всем направлениям, мое указание правительству, все, что стоит, за это надо платить. Этот итоговый счет может оказаться далеко не в пользу России, причем и экономически, и геополитически. Здесь только на финансовых потерях в военном сотрудничестве Москва может сильно прохудить свой кошелек. И это поручение президента правительство наверняка будет выполнять с удовольствием. Нет, белорусы люди не злопамятные, но все-таки не единожды наши чиновники в конце декабря, вместо того, чтобы праздновать с семьей, слушали бой курантов в мрачных московских кабинетах, дожидаясь, пока их коллеги снизойдут до согласования очередных тарифов. А уже в новом году неприятно удивлялись, когда российские визави придумывали очередной маневр, чтобы не выполнять договоренности. Что касается газа, нас кинули, не вывели нас на равные цены. А что касается нефти, платите больше, чем они продают полякам и венграм, и немцам. Где такое видано? Но самое главное, я ведь понимаю, вы же видите, что каждый год перед Новым годом нам приходится стоять на коленях и вымаливать эти нефтепродукты. И когда мы стали разбираться, мне напрямую доложили люди, которые готовили эти нормативно-правовые акты, законы, указы, постановления правительства, что это сделано специально, чтобы надавить на Беларусь. Зачем надавить на Беларусь, догадайтесь, 3 раз. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну, и мы не можем быть частью какой-либо страны. Мне уже больше власти или меньше не надо. И во имя того, чтобы продлить свое существование, получить какую-то там ключи от какого-то склада в России, для меня неприемлемо. Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Посыл президента максимально прозрачен. Теперь давайте называть вещи своими именами и не разбавлять экономикой очевидное политическое решение. То, что делает Москва с ближайшим союзником, которому гарантировала равные условия, это никакой не рынок. Налоговыми маневрами и прочими уловками Россия просто перекладывает деньги из одного кармана в другой, пытаясь обмануть Беларусь. Разумеется, олигархический бизнес рад
постараться выжать с небогатых белорусов лишнюю копейку. Но всем известно, кто в России решает. Поэтому и прокомментировать острую тему в Москве мы просили не экономистов, а политологов. В чем здесь ошибка Москвы? Вот мне в детстве очень испугал плакат такой: «Сэкономишь секунду, потеряешь жизнь». Я помню, еще первоклассником я шел, видел этот плакат, и мне кажется, вот Российская Федерация тут что-то может сэкономить, там, условно, 100 миллионов долларов, да, в год, там, 200 миллионов долларов, но потеряет, очень важно, это союзное государство. Вопрос доходов – это не вопрос коммерческой фирмы. Давайте смотреть, во-первых, на 10 лет вперед, и давайте смотреть, что мы потеряем, если вместо евразийской интеграции мы получим просто окруженную, скажем так, недружественными государствами Российскую Федерацию. Это выше денег, это вне денег, это вопрос жизни и смерти и перспективы наших народов. И к этому так и надо подходить. Настоящая дилемма для политической элиты России – честно выполнить обещание, данное самому близкому союзнику, или дать нагулять лишний жирок олигархам. Российские эксперты, так же как и их белорусские коллеги, все же верят, что Москва одумается. Но пока ясно одно – белорусы точно не будут платить премии российским миллиардерам. Для компании здесь как раз-таки потери могут быть, потому что, опять же, в отдельные месяца маржа компании при поставке в Беларусь была больше, чем вот эта прибыль, маржа при поставке нефти там, в Европу или другие страны. От компаний можно добиваться скидки. Вот о чем говорит, в общем-то, Александр Григорьевич, что иногда российские компании зарабатывают на Беларуси больше, чем на европейских потребителей. Этот стенд отражает исторические вехи Новополоцкого нафтана. Первая партия сырья пришла на переработку примерно 60 лет назад. Теперь она открывает историческую экспозицию городского музея. Дальше среди экспонатов есть колба с сортом под названием «Санта-Барбара». Это уже углеводороды из Венесуэлы. Почетное место здесь вскоре займет и проба из первой партии норвежской нефти. Впрочем, как говорят работники музея, места на полках здесь еще много. Дмитрий Семченко, Олег Шапель, Светлана Корульская и Ольга Сосновская. Контуры. Забегая вперед, скажу, что поездка президента в Шклов, где прозвучал комментарий по нефти, примечательна далеко не только этим. Она заслуживает отдельного внимания и анализа. Уровень поднятых там тем, поставленных задач, выходит за рамки региона. Мы подробно остановимся на этом позже. А закрывая тему нефти, в пределах нашего выпуска предлагаю еще несколько экспертных мнений. Так что же за ситуацию мы сейчас переживаем? Почему одни видят проблему, вторые говорят о возможностях, которые могут открыться, если правильно использовать момент? Фрагмент программы «Объективно». То, что российские компании, это порядка 5 компаний на прошлый год, являясь поставщиками каменной сырой нефти, заняли консолидированную позицию и не, так сказать, фактически саботируют переговорный процесс, это что-то напоминает мне картельный сговор. Поэтому с этой точки зрения надо переносить вопрос, наверное, на Еврокомиссию. И это сегодня вопрос, ну, наверное, дает козырь нам урегулировать эту проблему. Поэтому тут нет однозначности, хорошо, плохо. Это процесс, переговорный процесс в рыночных условиях. Если принимая даже во внимание опыт Польши, о котором здесь не сказалось, то есть когда меняется рыночная конъюнктура, то есть в частности Польша хочет стать топливно-энергетическим хабом в Европе и по газу, и по нефти, причем вопреки энергостратегии Брюсселя в целом. И на этом фоне ей удалось договориться даже с геополитическими конкурентами о поставке нефти на их заводы. То есть вот завод «Лотос» договорился с США и Ираном. То есть с этой точки зрения, ну скажем так, возможно, могут быть некоторые уступки и по логистике, и по другим составляющим ценообразования. Кажется, что ситуация во многом аналогична. Мы почему-то не вспоминаем, у нас же была похожая история с нефтяной войны и поставок венесуэльской нефти, потом азербайджанской, там по СВОПу, да? И мы же помним, чем история закончилась. В общем-то, ведь, как выяснилось, что для того, чтобы Россия как-то смягчила свою переговорную позицию, вовсе не нужно замещать российскую нефть полностью. Да? Достаточно, в общем, как бы угрозы того, что какая-то доля рынка может быть потеряна. И, насколько я помню, переговоры-то ведь закончились тем, что Россия сказала: окей, окей, мы все поняли, мы давайте тогда договоримся таким образом, что мы на будущее будем гарантировать полностью все ваши потребности, включая и внутренние, и переработку, и так далее. –
Тем временем мир стремительно движется к поиску в принципе альтернатив нефти. Во-первых, недра не бесконечны, и надо смотреть в будущее. Во-вторых, цена вопроса. В-третьих, слишком непредсказуем и сам рынок, и те, кто своими запасами на него влияет. Но невозможно жить в этом бесконечном напряжении. Вот и ищут те, у кого нефти нет, а чем можно заменить. И варианты находят. Альтернативная энергетика, мирный атом. Вот и электромобилями уже никого не удивишь. А ведь это только начало пути. Может, поэтому суетятся те, кто медленно, но все же теряет свои позиции энергетических монополистов. Вот такими вопросами тоже задаются сейчас эксперты. А вообще будущее гораздо ближе, чем может показаться. Традиционные отрасли, безусловно, никто не отменяет, но тренды указывают на важность новых технологий. И вот здесь мы, к счастью, точно не с пустыми руками. Атомная энергетика, IT, космос. На неделе президент еще раз напомнил о трех китах высоких технологий, на которые делает ставку белорусская экономика. Ну а прозвучали такие слова на встрече, где как раз и говорили об одном из этих стратегических направлений. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин приехал в Минск на первое в истории заседание Межгосударственного совета по космосу стран СНГ. Но прежде встреча с Александром Лукашенко, который когда-то, по сути, отстоял право белорусов на большие космические планы. По протоколу планировалась встреча на 40 минут, а в итоге разговор продолжался около 3 часов. Даже сувениры здесь были с привязкой к космосу. Это настоящая перчатка космонавта. Побывавшего в космосе. Естественно. Побывавшего в космосе вот буквально в 2019 году. Спасибо. Спасибо. Ее все проверили, все нормально. Спасибо. Да. У вас программа громадная, и мы рассматриваем участие в этой программе, мы это не скрываем. Много было замыслов, многие реализованы. Мы знаем, и вы хорошо это лучше меня знаете, что летает на орбите, что принадлежит Беларуси там. Но мы делаем не то, что первые шаги в космосе, а делаем возможные шаги. Ставка на развитие IT-технологий, высоких технологий в Беларуси – приоритет номер один – поскольку мы не избалованы природными ресурсами, поэтому Беларусь всегда зарабатывала за счет мозгов и рук людей. Космос – это лакмусовая бумажка для того, чтобы оценить возможности и способности того или иного государства, даже народа. Это сейчас мы воспринимаем свой статус космической державы как должное. Но ведь того исторического запуска первого спутника в 2012 году могло и не состояться, если бы в 90-х, оставшись на обломках Советского Союза, с долгами и пустой казной, у руководства страны не хватило бы дальновидности и духа отстоять космическую научную школу и профильные производства. Ведь тогда по всему уже бывшему Советскому Союзу корпуса НИИ превращались в склады под джинсы и жвачку. И тогда это действительно приносило живые деньги, но в тот момент, что называется, здесь и сейчас. Однако Беларусь пошла другим путем. Тогда, в 90-х, встречаясь с учеными, Лукашенко поверил в них, сделал ставку на будущее и, как видим, этот расчет себя оправдал. Да, мы не запускаем в космос ракеты, масштабы, да и задачи не те, зато в этих ракетах наша начинка. Зато космические технологии мы не покупаем за бешеные деньги, а поставляем за рубеж, зарабатываем на них. Зато кроме традиционной промышленности мы успешно развиваем передовые направления. Это все звенья одной цепи. И все же, почему космос? Александр Злобин всмотрелся в звезды с пристрастием и рассмотрел там наше место. Похоже, этот год будет по-настоящему космическим. Именно в 2020-м крупнейшие страны планеты решили продемонстрировать свои внеземные амбиции. Так, Европейское космическое агентство намерено рассмотреть Солнце в самой близи. Для этого выведет спутник на орбиту вокруг звезды. Индия планирует провести первый испытательный запуск ракетоносителя легкого класса, а Китай — отправить к Луне первую возвращаемую миссию. США тем временем хотят начать доставку астронавтов на МКС на собственных кораблях компаний Boeing и SpaceX. При этом особенно манит и притягивает Марс. Свои автоматические станции на соседнюю планету готовы направить Роскосмос и НАСА. Да, пока это безжизненная пустыня, но следующей остановкой в космической экспансии человечества может стать именно Красная планета.
Хотя почему красная? Ученые уже рассматривают возможность терраформирования Марса, то есть изменения климата и поверхности, чтобы сделать земного соседа пригодным для жизни. Есть даже несколько стратегий, от импорта водорода и использования орбитальных зеркал до бомбардировки планеты астероидами. Разогреть планету, а затем освоить ее, звучит как фантастика, но лишь пока. Так или иначе, люди будут вынуждены активно осваивать космос. Совместно с российскими коллегами создается новый российско-белорусский аппарат дистанционного зондирования Земли. Приборы, созданные белорусскими учеными, успешно используются на МКС. Все это во многом благодаря белорусским ученым, чьи имена золотыми буквами вписаны в мировую науку. Желаем вам, дорогие коллеги, всегда находить ответы на самые сложные вопросы. Это поздравление с Днем белорусской науки с Международной космической станции не просто дань уважения или знак вежливости. Космонавты и ученые вместе трудятся, чтобы заглянуть дальше в космос и рассмотреть новые неземные свойства в совершенно обычных явлениях. И глава госкорпорации Роскосмос не скрывает, на белорусских коллег рассчитывают особенно не только в России, но и на орбите, а в перспективе и за ее пределами. Роскосмос провел уникальные эксперименты, связанные с 3D-биопринтером, выращивание тканей и хрящей человеческого тела. Это позволяет заглянуть в будущее, к дальним перелетам потребуется телемедицина. И здесь есть основания очень серьезно работать с белорусскими учеными, с Академией наук. Например, по выращиванию семян, да, самых современных. Потому что в условиях невесомости можно добиться таких результатов, которые физически недостижимы в условиях гравитации на Земле. Символом начала новой главы сотрудничества Беларуси и России в космосе стала перчатка дружбы, которую Дмитрий Рогозин подарил нашему президенту. Впрочем, на орбите давно находится совместная группировка спутников. До сих пор был паритет. Каждая страна могла пользоваться снимками с одного белорусского аппарата и с одного российского. После подписания этого соглашения к группировке присоединились еще 5 российских спутников «Канопус». Это возможность каждый день, а иногда два раза в день, снимать объекты на территории Республики Беларусь и не только. Кстати, в отличие от Земли, в космосе нет барьеров при пересечении границ. По крайней мере, пока. Значит, можно снимать все. Можно посмотреть, как НАТО проводит учения возле границ Республики Беларусь. Надо посматривать немножко иногда. Не только слышать лязг гусениц танков «Абрамс» вблизи границы, но и посмотреть сверху объемы и масштабы учений. Это такой вполне прозрачный намек на оборонную функцию, которую спутники также выполняют. Впрочем, мало получить снимок, необходимо грамотно его обработать, расшифровать и сделать выводы. Об этом беседуем с заместителем гендиректора Объединенного института проблем информатики, который курирует выполнение союзных программ в космической сфере. Фон соответствующий, самый мощный в стране суперкомпьютер. Это также результат совместных разработок Беларуси и России. Решаем огромное количество задач. Очаг пожара возник в каком-то районе. Мы его зафиксировали, положили на карту, на цифровую. Нам известно из других источников скорость ветра, влажность соответствующая. Рассчитываем, прогнозируем и в Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство лесного хозяйства, землестроительные службы получают прогноз развития лесного пожара. Изначально белорусский космический аппарат был рассчитан на 5 лет эксплуатации, но платформа получилась надежной и срок полета продлили. И если вначале сделать Беларусь космической державой – это был имиджевый проект, то сегодня очевиден его коммерческий успех. В цифрах доход превысил 80 миллионов долларов. Это продажа специального программного обеспечения и сопутствующих технологий, снимков с орбиты своим и зарубежным партнерам, а также реализация целевой аппаратуры. Впрочем, конструкторы уже разрабатывают новый аппарат. Он будет современнее, универсальнее и, разумеется, более зорким. Нынешний спутник разрешение 2 метра, вы знаете, то новый спутник готовится с разрешением 0,35 метра, 35 сантиметров. Это уникальное такое разрешение и практически в мире самое лучшее, поскольку далеко не все страны могут себе такое позволить. На данный момент запуск белорусско-российского аппарата намечен на 2024 год. И заметно, что инженерам, конструкторам и разработчикам уже сейчас не терпится опробовать все его возможности. Аппарат, который будет иметь не только стереоизображение, но и так называемый триплет, когда на один и тот же участок формируются три изображения, условно говоря, под углом 30 градусов плюс-минус и в надир.
То есть в условиях городской застройки там вообще не будет теней. Можно делать очень точную матрицу рельефа. 3D-модель. 3D-модель, очень точно. Для предприятий космической отрасли нет лучшей рекламы, чем то, что твое оборудование надежно и стабильно работает в космосе. То есть оно должно иметь летную историю. Именно после установки целевой аппаратуры на белорусском спутнике наш пилинг получил целую серию заказов. Пилинг создает уникальную целевую аппаратуру для ряда космических аппаратов России. Например, для таких аппаратов, как «Канопус». «Канопус» — это аппаратура, которая позволяет выявлять, несмотря на задымленность, реальные очаги лесных пожаров. То есть вот вроде не видно ничего, и куда повыводить спасательную авиацию — непонятно. Но «Канопус» видит 25 квадратных метров. Дмитрий Рогозин в превосходных тонах отзывается о качестве продукции пилинга и интеграла, и зачастую она действительно не имеет аналогов в мире. А если что-то подобное и производится, то барьером становятся либо санкции Запада в отношении России, это также повод наладить более плотное сотрудничество, или вопросы доверия. Ведь не исключено, что среди миллионов транзисторов окажутся несколько троянов, которые по команде выведут оборудование из строя. Бывает и так. Белоруссия – партнер надежный, с надежным оборудованием. Необходимо обеспечить радиационную стойкость. Как минимум в течение, ранее требование было 5 лет, а сейчас от 10 до 15 лет. Вы же понимаете, что в условиях работы в космосе мы не можем использовать регламентные работы, ремонтировать, заменять. Это будет очень дорого. Одна такая интегральная фотоприемная матрица высокого разрешения стоит как хороший автомобиль. Именно на нее проецируется изображение на спутнике. И понятно, что такая плата в условиях космической радиации должна работать без проблем. Да, мы не запускаем ракеты, но мы создаем оборудование, которое с высоты в 500 километров и на огромной скорости способно рассмотреть время на Биг Бене или курантах. И это тоже просто космос. Ведь так говорят, когда что-то восхищает. И действительно, нам есть чем гордиться. Опыт, чувство собственного достоинства и желание познать новое. Все это и заставляет ученых раздвигать горизонты, в том числе и космические. И в этом пространстве есть место и для Беларуси. Александр Злобин, Владимир Слиш, Александр Автухов, Ольга Сосновская, ОНТ, «Контуры». Вглядываясь в небо и пытаясь среди звезд увидеть будущее своей страны, важно, чтобы не закружилась голова. Это, кстати, касается и нашей белорусской науки, день которой традиционно отмечаем в последнее воскресенье января, это как раз сегодня. А накануне праздника, во время торжественного вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора, на церемонии, которая в какой-то момент трансформировалась в содержательную беседу, много размышляли о науке как части жизни. Говорили как раз о том, что нужны разработки ученых, которые можно применить на деле. Занимаясь стратегическими исследованиями, важно не забывать то, что нам нужно каждый день. Тем более, что примеры перед глазами – космос, атомная энергетика, трансплантология, в целом медицина. Так что с праздником наших ученых и рассчитываем на вас. Новое время подталкивает к развитию и военную науку. Да, наша доктрина сугубо оборонительная, но, как известно, не задирают того, кто может за себя постоять. Хотя современная армия – это уже давно не только сила. Такие понятия, как гибридные войны и войны информационные, уже прочно вошли в лексикон. Тут даже пояснять для обывателей не надо. А это обязывает военных быть не только патриотами и храбрецами, но и в какой-то степени интеллектуалами. Ведь когда стреляют не пулями, а, например, фейками, нужен щит особого рода. На этой неделе в руководящем составе военного блока произошли назначения, которые, во-первых, прошли без сенсаций, что подчеркивает стабильную устойчивость такой важной сферы, как национальная безопасность, а во-вторых, как раз с прицелом на соответствие армии современным вызовам. Глава государства назначил Андрея Равкова госсекретарем Совбеза, министром обороны стал Виктор Хренин, а начальником генштаба Александр Вольфович. Напутствие такое. Освободились с должности. И я не счел нужным с этим тянуть. Мы люди военные, время непростое. Не значит, что завтра война, и нам с кем-то придется воевать. Ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности, скажем так. Я не стану рассказывать, почему. Остановился на генерале Хренине в связи с назначением его министром обороны. Нам очень важно сейчас поднять значимость войск. Он на месте.
Хотя и Вольфович, и он – это люди одного калибра, будем откровенно говорить. Люди подготовленные. Я так внимательно изучал их биографии. Они и параллельно, наверное, параллельно, но все-таки прошли тот же путь. И я всегда дотошно смотрю, были ли на земле, были ли там внизу. Они взводами командовали, и ротные опыты батальона. То есть они знают жизнь армии не понаслышке. Это очень важно. Должность начальника генштаба – очень важная должность. Я, конечно, не созрел для того, чтобы реформировать армию таким образом, чтобы министр обороны был каким-то представительскими функциями обладал, а начальник штаба был фактически руководителем армии. Я думаю, единоначалие для нас нормально. У нас компактная, не такая большая и не малая армия, поэтому нам не надо ломать здесь структуру управления, но общий язык надо находить. Понятно, что госсекретариат – это орган, который помогает президенту работать с силовым блоком. Хорошо, что у нас еще и глава администрации, человек очень близкий к этим вопросам, разбирается и понимает. Думаю, что мне немножко полегче будет в этом плане. Но, тем не менее, госсекретарь в силу сложившейся практики обладает очень большими полномочиями. Я изучил и отрицательное заключение по вашим кандидатурам. Они у каждого человека есть. Мы не безгрешны. Но вижу, что все вы трое люди подготовленные, преданные белорусы, любящие Беларусь и люди, которые не мыслят вообще своей жизни без этого куска земли. Думаю, у нас общие цели, общие задачи перед нами стоят, и мы вынуждены и должны будем их решать. Теперь к теме, которая, несмотря на свою кажущуюся отдаленность, в наших итогах уходящей недели точно имеет свое место. Давос – Всемирный экономический форум. Кстати, про нас там тоже говорили. Тема поставок нефти в Беларусь звучала не только в кулуарах. Ну, посмотрите, что обсуждают. Климат, кибербезопасность и в целом безопасность в условиях выхода из договора по ракетам средней и меньшей дальности. Напряжение по линии США-Иран. Наконец, саму экономику. Форум проходит на фоне нового прогноза МВФ, который предвещает замедление мирового экономического роста со всеми вытекающими последствиями. Одним словом, в этих вопросах сложно выделить тех, кто однозначно выигрывает, пока остальные проигрывают. Вот и собираются, чтобы найти точки соприкосновения, пока их еще можно найти. В общем, давайте разбираться. Поможет нам шеф Европейского бюро ОНТ Руслан Подубский, который всю неделю следил за новостями с пометкой «Давос». Руслан, добрый вечер. Вот вокруг швейцарского курорта в эти дни целый калейдоскоп сообщений. Какое общее впечатление у вас? Добрый вечер, Дмитрий. Ну, у меня впечатление, что практически все форумы, особенно такого уровня, когда к происходящему приковано все мировое внимание, сегодня так или иначе проходят под знаком эко. И вот юбилейный 50-й форум в Давосе исключением не стал. Его тема в этом году звучит так: заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир. А звездами форума стали, пожалуй, самые медийные персоны нынешнего времени. Это 17-летняя эко-активистка Грета Тунберг. И так уж складывается ее главный оппонент Дональд Трамп. Юная шведка продолжает критиковать мировых лидеров за бездействие в экологических программах. Президент Америки упрекает в лице Греты всех защитников мировой экосистемы в популизме и безосновательности обвинений. Мол, не надо рисовать экологический апокалипсис, не все так страшно сейчас на планете, не все так страшно у ее будущего. Ну, как бы там ни было, выступления мировых лидеров сегодня не обходятся без климатических тезисов, а форумы без климатических протестов. Вот с них мы и начнем. Подробности в нашем репортаже. Make Americans Great Again. Это надпись на плакате сторонников Греты Тунберг созвучна с известным Make America Great Again, предвыборным лозунгом Дональда Трампа. Он призывает сделать Америку снова великой, она сделать американцев своими сторонниками. В этих строчках и заключаются главные противоречия тех, кто стоит за интересами корпораций, и тех, кто убежден, культ производства – это путь в никуда. Мы должны показать тем, кто приедет в Давос, вот эти кровавые следы КАЛ. Мы должны сказать промышленникам, что мы против бездумного потребления. Мы против того, что КАЛы должны убегать из своего дома, потому что их дом горит. Вы не заметите, как этими КАЛами станем мы сами.
Пожары в Австралии, таяние ледников, извержение вулканов, засуха, отсутствие теплого лета и холодной зимы. Во всем этом экологические активисты твердят на каждой климатической акции. С этим они вновь приехали в швейцарский Давос. Вы говорите, что дети не должны волноваться. Вы говорите, просто оставьте это нам. Мы это исправим. Мы обещаем, что не подведем вас. Не будь таким пессимистом. А потом ничего, тишина. Или что-то похуже молчания. Пустые слова и обещания, которые создают впечатление, что предпринимаются достаточные действия. Ей аплодируют, хвалят за проникновенные речи и стараются быть к ней поближе, ведь там, где появляется эта 17-летняя школьница, огромная концентрация медиаресурсов. Когда Грета здоровается с принцем Чарльзом, когда министр финансов США публично советует ей учить экономику, а президент Америки причисляет ее к поколению пессимистов, именно ее оппоненты попадают в главные медиапотоки. Это она нужна политикам, а не наоборот, говорят наблюдатели. Мы должны отвергать вечных пророков, предрекающих гибель, и их творчество относительно апокалипсиса. Сейчас не время быть пессимистами, настало время оптимистов. Я рад объявить сегодня о том, что США присоединяется к инициативе «1 триллион деревьев». Мы будем сажать деревья, чтобы помочь планете, но не будем вредить своим промышленным гигантам, которые помогают Америке. Этим тезисом Трамп дает понять, что на пороге избирательной кампании и запущенного процесса об импичменте для него сейчас важнее американский избиратель, а не международная аудитория. Ангела Меркель призвала все стороны выполнять международные договора, будь то климат или торговля, и заявила, что ошибка кризиса беженцев не в том, что Европа открыла свои двери, а в том, что мало внимания уделяла проблемам Ближнего Востока. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о серьезности намерений сделать Евросоюз безуглеводородным к 2050 году. Президент Украины попросил ЕС взять его страну в Европейский Союз вместо выбывающей Британии. Лидер венесуэльской оппозиции попросил партнеров снизить покупку венесуэльской нефти для давления на действующую власть. Президент Азербайджана тоже говорил о нефти, правда, в белорусском контексте. Баку готов поставлять углеводороды по первой просьбе Минска, используя трейдинговые операции, либо ее транспортировку. Президент Польши, президент Литвы. В кулуарах форума было место и для обсуждения региональных вопросов, несмотря на статус Давоса, как площадки для общемировых дискуссий. В условиях, когда Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики до 3,3%, когда, по данным Международной организации труда в мире, насчитывается почти 200 миллионов безработных, даже региональные экономические споры не добавляют оптимизма всему мировому сообществу. Ведь странам, которые заняты решением обычных бытовых проблем, рабочие места, зарплаты, жилье, продукты питания, тяжелее включаться в преодоление глобальных вызовов. Кстати, Руслан, говорите вы о Давосе, но не вижу за вами швейцарских гор. Неужели поспешили в Брюссель в надежде на хорошие новости о шенгенских визах? Да, Дмитрий, действительно, в Брюсселе на этой неделе вновь звучала тема визовых послаблений для Беларуси. Соглашение об упрощении визовых процедур и реадмиссии, которое белорусский министр иностранных дел подписал в столице ЕС в самом начале 2020 года, сейчас рассматривает Европарламент, и перед общим голосованием свое слово должны сказать парламентские комиссии. Главная здесь комиссия по международным делам, как правило, дает политическую характеристику принимаемым решениям, и к их рекомендациям остальные депутаты, конечно, прислушиваются. В особой любви к Беларуси комитет по международным делам особо замечен никогда не был, но, тем не менее, представители всех парламентских фракций призвали поддержать соглашение с Республикой Беларусь. Более того, в прениях звучали характеристики Беларуси как ответственного партнера, а часть евродепутатов открыто высказываются, что обеспокоены угрозой белорусскому суверенитету, явно намекая на экономическое давление с Востока, и поэтому предлагают ЕС быть более открытым официальному Минску. Мы, партия «Зеленых», поддерживаем эти соглашения. Наша позиция заключается в том, чтобы всячески упрощать визовые барьеры, потому что это делает проще контакты между людьми, особенно людьми молодыми, студентами. Они должны иметь все возможности для того, чтобы как можно проще преодолевать шенгенскую зону, перенимать наш лучший опыт. Хочу уверить вас, как член французского парламента, Беларусь образцово выполняет свои обязательства. Это надежный партнер, и у
меня вопрос, можем ли мы поддержать просьбу белорусской стороны временно не повышать цену визы для Беларуси. 20 евро – это для нас с вами небольшая сумма, а для студентов, для пожилых людей. Речь, я напомню о том, что с февраля в Шенгенской зоне начинает действовать новый визовый кодекс, и для стран, которые не имеют соглашения с ЕС или соглашение еще не вступило в силу, как в нашем случае, цена Шенгена вырастет до 80 евро. Представители службы внешних действий ЕС сообщили, что вопрос заморозки цены еще обсуждается, но, видимо, это все же приятные слова. Эксперты говорят, что юридически сделать это будет крайне сложно. В любом случае, вступление договора в силу ждать осталось совсем недолго. На весенней сессии соглашение должны утвердить евродепутаты. Их белорусские коллеги обещают это сделать также в первые дни работы своей весенней сессии. Потом еще немного бюрократии для запуска соглашения в работу. И к летнему отпускному сезону шенгенская виза будет все-таки стоить долгожданные 35 евро. Впрочем, это, наверное, уже и не новость, как и то, что отношения Беларуси и ЕС становятся все лучше. Дмитрий. Ну что ж, спасибо. Шеф нашего Европейского бюро Руслан Подубский был на связи со студией «Контуров». Ну а на следующей неделе одной из главных международных новостей для нас станет приезд главы Госдепартамента США. К слову, первого в истории суверенной Беларуси. Майкл Помпео прибудет в субботу, 1 февраля. Официально стороны подтвердили. Хотя о деталях того, о чем будет идти речь, не сообщается. Вот и додумывают журналисты. Может, решат вопрос с возвращением послов? Поживем, увидим. Тем более, что процесс идет спокойно, поступательно. В прошлом году, напомню, в Минске побывали тогда еще помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и заместитель госсекретаря Дэвид Хейл. Впрочем, об этом у нас будет повод говорить на следующей неделе, а пока подводим итоги уходящих 7 дней. И вот о чем мы расскажем далее. Конечно же, Шклов, как экскурсия, которую планировали местные власти, превратилась в настоящую ревизию от президента. Какой рецепт выписан тем, кто страдает проблемными инвестициями? Как жить в эпоху фейков и что надо, чтобы уверенно держать курс госидеологии в условиях информационного шторма? Интервью замглавы администрации президента Андрея Кунцевича. И невероятная сделка жителей Червеня грозит тревожным прецедентом для всей сферы недвижимости. Как продать дом и не остаться должником покупателя до конца своих дней? Это «Контуры». Продолжим. Те журналисты, которые к концу недели решили снизить ритм, выдохнуть для того, чтобы спокойно собраться с мыслями перед подведением итогов, сильно поторопились. В пятницу нас всех ожидал такой плотный поток сообщений из Шклова, что в какой-то момент информационная лента раскалялась, а у отдельных телеграм-каналов и блогеров, как они сами говорят, подгорала. Хотя как можно расслабляться перед такими поездками? Ну, кроме того, что Шкловский район – это малая родина президента, могу вам сходу назвать еще как минимум три причины, почему этот день был обеспечен вниманием СМИ. Во-первых, мы помним, чем закончилась прошлая поездка в марте 19-го, когда многие лишились должностей. Во-вторых, в программе значились предприятия с, мягко говоря, проблемной работой иностранных инвестиций. А мы знаем, какое отношение к этому у главы государства. В-третьих, посещая предприятия, Александр Лукашенко всегда использует возможность пообщаться с теми, кто там трудится. Это общение всегда живое, темы могут всплывать любые, даже самые непредсказуемые. Так было и сейчас. Фрагмент про нефть мы уже вспоминали сегодня. А что же ключевые пункты нынешней поездки? Как экскурсия, на которую, наверное, рассчитывали некоторые руководители, превратилась в настоящую ревизию от президента? Какой рецепт выписан тем, кто страдает проблемными инвестициями? Ответы в материале Игоря Тура. Это резкое движение Александра Лукашенко для тех, кто сопровождает главу государства, было понятным. Президент настроен решительно. Следовательно, на заводе газетной бумаги есть какие-то проблемы, которые требуют вмешательства на высшем уровне. Александр Лукашенко сначала зондирует почву под ногами директора предприятия. Как давно работает, причастен ли к неверным решениям в прошлом, что думает о ситуации нынешней. И когда заходит разговор о той самой проблеме, директор обрывает. Ну о чем мне докладывают, что сейчас ее обанкротили, она исчезла. Ее нет.
Ситуация, о которой глава государства был в курсе еще до прибытия на завод, насколько сложна с точки зрения экономики, настолько проста в политической плоскости. Шкловское предприятие запускало проект. В партнеры выбрали чешскую компанию. Та обязательство не исполнила и, чтобы не платить, запустила процедуру банкротства. Арбитраж постановил выплатить белорусской стороне 10 миллионов евро. Нет проблем, есть же банковские гарантии. Но чехи забросали банк-гарант письмами, мол, подождите, у нас якобы тоже претензии к Шклову. Это глава государства расценил уже как проблему, затрагивающую сферу дипломатии. Вы должны мне доложить все рычаги воздействия на Чехию. Я этого не боюсь. Мы их должны поставить на место. Так нельзя относиться к стране. Это не стоит того, чтобы мы испортили отношения с Чехией. Тем более, я говорю, я попросил посла, займитесь этим, снимите эту проблему. Смотрите за своей страной. При этом Александр Лукашенко добавляет, ну, 10 миллионов сумма не колоссальная. Зачем из-за этого ссориться? Следом уточняет у руководителя успехи по всем направлениям. И бумага, и бумагооснова, и даже домостроение. И, как уже было не раз, спрашивает, уверен ли в себе руководитель. Вы уверены, что у вас получится? Да. Уверен. Я уверен. Но ты и он, министр, твой, отвечаете за это головой. Ясно. После этого диалога у управленца будет максимум полномочий, но столько же и ответственности. А вот с региональными чиновниками заговорили о других текущих проблемах. Губернатор честно признался, то, что область в 2019-м не выполнила половину ключевых показателей, это правда, но динамика положительная. Александр Лукашенко уточняет, а через год не будет такого же невыполнения и разговоров о динамике. Леонид Заяц честен. Не исключено, но будут стараться. Вообще, это один из плюсов системы, в которой в команде президента люди работают много лет. Они не юлят. Да и глава государства, кажется, даже по мимике понимает, если что-то не так. А в Шклове у нас есть мусороперерабатывающий завод? Нет. Нет. Могилев есть? Есть. Весь мусор Могилевский завод перерабатывает? Перерабатываем. Весь? Как в Бресте? Весь. Не знаешь? Вот займись этим. Хорошо. После было изучение производства, завершив которое, президент традиционно рассказал коллективу предприятия, почему приехал и как оценивает их работу. Все, что вы производите здесь, купят. Бумага нужна, мебель нужна. Для мебели то, что вы производите, тоже будет всегда нужно. Но надо шевелиться. Мы застыли. И в этом вся проблема. А с вас спрос будет особый. Кому-кому, а вам я никогда не прошу провалов. Вы мои люди. Мы с вами выросли на этой земле. И это не главная, конечно, причина, но имеет значение. Я ухожу с этого предприятия, поеду на другое, с убежденностью, что до конца года мы проблемы, которые сегодня у нас здесь есть, решим. Дальше вопросы. Тут один представитель рабочего коллектива схитрил, ведь в вопросе «Читаете ли вы газеты, напечатанные на нашей бумаге?» больше рекламы завода, чем действительно интереса. Газеты президент, конечно, читает. Каждое утро стопка газет от Советской Беларуси до Народной Воли, там Нивы. Сверху лежит обзор пресс-службы. Они мониторят по всему миру. Средства массовой информации, особенно интернетовские ресурсы, выбирая, что пишут о Беларуси, о ее президенте, о власти, о наших людях и основные темы, животрепещущие, которые происходят в мире. Хотя я сам отслеживаю это, но у меня обзоры эти на столе. Поэтому, как человек старой формации, я не могу отвыкнуть от печатного слова. В обзоры эти попадают и сообщения информагентств, которые еще утром взбодрили весь Шклов. Александр Лукашенко собирается посетить еще несколько предприятий. Незапланированно, отчего даже в среде журналистов начался легкий сумбур. Но экзамен внезапным президентским визитом и маслодельный завод, и льнокомбинат прошли успешно. Глава государства, кстати, еще утром попросил вызвать на эти объекты прокурора района. Женщина это наверняка волновалась. Что не так? Оказалось, не ругать будут, а напоминать об исключении. Исключительных полномочиях. Ты никому не должна давать спуск. Для тебя, кроме президента, нет здесь никого. Ты никому не подчинена. Западешь, я предупредил вашего генерального, что головой ответишь. А он же без вас ничего сделать не может. Значит, мы с тобой договорились.
И, откровенно говоря, в лавине новостей обсуждение президентских тезисов по нефти и сотрудничестве с Россией незаслуженно в стороне осталась основа этого визита. В небольшом городке Шклове несколько предприятий спокойно работают и работают хорошо. Это то, что давно просит Александр Лукашенко от регионов. И это то, что поможет меньше думать о том, по какой цене и откуда к нам приходят энергоресурсы. Игорь Тур, Сергей Янковский, Виталий Гончарик. Контуры. Могилевской области. Ну что ж, нет сомнений, с этими проблемами в Шклове разберутся. Как сказал, общаясь на заводе президент, заставлять людей работать он умеет, и с этим не поспоришь. А вообще, вот этот формат бесед с коллективами – это ведь не только вопросы и ответы на общие темы. Вот это редко попадает в кадр, но очень часто люди обращаются к президенту со своими частными проблемами. И ни одна из них не остается неуслышанной. И вот эту чуткость Лукашенко навязывает все вертикали власти. Это как раз и есть дух социально ориентированного государства, прямой контакт чиновников и населения. Это, если хотите, и есть фишка нашей идеологии. На неделе мы пообщались с заместителем главы администрации президента, который курирует данное направление. И надо сказать, оно гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд. Поэтому разговор с Андреем Кунцевичем коснулся разных направлений жизни современного общества. Андрей Михайлович, я для начала должен и вам, и зрителям, рассказать, почему я вас пригласил в Национальную библиотеку для того, чтобы записать это интервью. Вот мне показалось, что это хороший фон для того, чтобы отразить специфику работы идеолога сегодня, причем на контрасте. Я поясню. Вот раньше для того, чтобы получить информацию, нужно было прийти в библиотеку, найти подшивки, потом перепроверить факты в книжных источниках. Сегодня в смартфоне человека может поместиться, наверное, все библиотеки мира. Социальные сети, телеграм-каналы. Там полно людей, которые называют себя экспертами. Есть немало действительно лидеров мнений. Вот как в этом непрекращающемся информационном шторме вот провести свой корабль под названием «Государственная идеология»? Знаете, Дмитрий, недавно, готовясь к юбилею одного издания, мне довелось полистать старую газетную подшивку. Интересно, хочу заметить занятие и объясню, почему, тем более, что это напрямую связано с той темой, которую вы затронули. Во-первых, листая старое издание, можно оценить, какой серьезный путь прошла наша страна за последние десятилетия, как заметно изменилась жизнь наших людей, ее качество. Взять хотя бы вот этот уникальный объект. Я считаю, что Беларусь может гордиться своей национальной библиотекой, одной из лучших библиотек в мире, и мы не должны стесняться об этом говорить. Она регулярно обновляется. Вот я год назад был, уже вижу, что есть изменения здесь. Совершенно верно. Второй момент, на который я хотел бы в этой связи обратить внимание, читая материалы корреспондентов прошлых лет, я отмечаю для себя, что уровень журналистики в те годы был более высоким, чем сейчас в условиях, как вы выразились, постоянного информационного шторма. Информация в то время была продуктом труда журналистов-профессионалов. Сегодня же рамки этой профессии серьезно размыты, при этом мы по инерции продолжаем полагаться на профессионализм, ответственность создателей информационного продукта. Хотя его профессионализма, быть может, там и нет. И, как мне кажется, противопоставить этому можно в первую очередь открытый диалог с людьми и справедливую государственную политику, которая, как подчеркивает наш президент, должна идти от жизни. Вот как раз про справедливую политику я не могу не спросить, потому что, как мне кажется, это основа идеологии. Президент регулярно, как мы видим, он призывает чиновников: будьте ближе к людям. Причем нужно быть как-то чутким к реальным проблемам реальных людей. Я, честно говоря, вот не могу назвать это поручением, потому что, по сути, мы видим, что это стиль управления, вообще поведение самого президента, вот так открыто и напрямую. Причем и динамика ведь есть. Вот опять-таки, если смотреть вот расстояние временное, то что мы видим? Что больше стало прямых телефонных линий, постоянные приемы граждан, работа информационных групп. Но вот если вот так откровенно, максимально, вот удалось вот этот бюрократический барьер между чиновниками и населениями вот окончательно разрушить, чтобы был прямой контакт? Вы правы, мы действительно активно ищем различные формы, и не только те, о которых вы сказали. К сожалению, полного удовлетворения результаты этой работы на сегодняшний день у меня не вызывают. Есть отдельные примеры поверхностного отношения и формализма, что в принципе недопустимо. Я хочу сказать, что мы не стоим на месте, а стараемся корректировать работу идеологической вертикали,
с учетом современных реалий. Не так давно на уровне главы администрации мы обсуждали вопросы деятельности информационных групп, ряд поручений сейчас отрабатываются Академией управления, и мы в постоянном поиске новых форм. Только в прошлом году в администрацию, к слову, поступило более 26 тысяч обращений. Многие из них послужили основой для принятия управленческих решений. Яркий пример тому вот сегодняшнее такое активное обсуждение нового административного кодекса. Вы когда вас назначали на должность, вы сказали фразу, она мне запомнилась почему-то, что современным вызовом можно противопоставить единство общества. Актуально на фоне внешних событий, и надо держать в уме то, что происходит внутри страны и будет происходить, потому что у нас год президентских выборов, и тут не нужно быть предсказателем, чтобы ждать, что некоторые силы попытаются раскачать общество. Вот ведь это в том числе испытание на поддержание единства общества. Вот что конкретно может сплочать народ, если там не национальные идеи, то что? Як мне падаецца, гэта беларуская дзяржаўнасць і адчуванне таго, што мы грамадзяне Беларусі, незалежнай і прыгожай краіны. На самом деле история предоставила нам уникальный шанс реализовать свое желание людьми зваться в высшей форме национальной государственности. Но мало страну создать, необходимо сохранять и укреплять ее независимость и суверенитет. В последнее время об этом много говорилось, и очень важно осознавать, что независимость страны отстаивают не на площадях и митингах, а, к примеру, в поле за штурвалом комбайна, в заводском цеху у станка, у школьной доски. Одним словом, через созидание и труд, что уже неоднократно подчеркивал глава нашего государства. Тогда я продолжу тему выборов, потому что она ведь показательная. И с другой стороны, очень странно, когда у нас крайне слабое влияние политических партий, белорусы их просто не знают. И с другой стороны, как только электоральные кампании, вот парламентские выборы позади, впереди президентские выборы, сразу становится горячо. Вот кому это может быть выгодно в таком случае? Сегодня очевидно, что, и это нужно понимать, Беларусь действительно в центре геополитического внимания как Востока, так и Запада. И то, что в период электоральной кампании мы наблюдаем некое оживление в работе политических партий и структур, с моей точки зрения, к этому необходимо относиться абсолютно нормально. По большому счету, это их основная задача – бороться за власть. Другой вопрос, что в межвыборный период многие из них себя практически не проявляют, либо их идеологическая платформа не находит живой отклик и поддержку у наших людей. Отсюда и низкие рейтинги в глазах избирателей. Хотя сегодня вот многие говорят о том, что потенциал политических партий используется не в полной мере, и вполне возможно нам необходимо серьезно задуматься над модернизацией партийной системы. Каким образом, я думаю, что это тема для обсуждения на парламентских и экспертных площадках. Спасибо большое, Андрей Михайлович, за этот ликбез и за информирование. Спасибо. Андрей Кунцевич, заместитель главы администрации президента. И, к слову, в нашей программе, где в рубрике «Антифейк» регулярно разоблачаем псевдофакты, мы не могли не спросить о том, так как жить в эпоху фейков. А ответ на этот вопрос и в целом полную версию интервью вы традиционно можете увидеть на нашем сайте. А вот как раз примеры жизни, которым в том числе властям на местах приходится заниматься. Хотя что-то мне подсказывает, что с такими случаями они еще не сталкивались. Семья продает частный дом в Червине. Вторая семья его покупает. А через несколько месяцев через суд покупатели отсуживают у продавца почти половину заплаченной суммы. И на этом история не завершена. Конечно, это тезисно. Сама ситуация еще более сложная. И вот пока все мы, обычные наблюдатели, из этой необычной ситуации по-обывательски пытаемся разобраться, а как такое возможно? Ведь продавали заведомо не новый дом, да и покупатели видели, что берут, сделка закрыта. Специалисты тоже анализируют этот случай, который рискует стать весьма тревожным прецедентом для всей сферы недвижимости. Попытался разобраться и наш корреспондент Константин Глубокий. Это история о том, как поссорились Надежда Ивановна. Сказали, декоративная фещь. Вы, по-другому никак не скажете. Декорацию здесь видите? С Ольгой Михайловной. Она мне просто прессует.
Она вымогает деньги. Между пенсионерами пробежала черная кошка. Если это ремонт, евроремонт, значит, он должен быть евроремонтом. А не вот так вот, чтобы отваливалось вот здесь. Бред, туфта. Я не посчитала серьезно, что это может быть положено в основу решения суда. А камнем преткновения стал этот миленький деревянный дом, обшитый сайдингом, в городе Червень Минской области, продать который вместе с банькой и всем участком однажды надумала Ольга Михайловна. Мы подали объявление о продаже дома. И на наше объявление откликнулись россияне. Когда им сказала цену, они даже не пытались не скинуть цену, ничего. Они сразу согласились и, наоборот, умоляли меня, чтобы этот дом не продавала, только оставила им. Покупатели приехали из Ленинградской области. Надежда Ивановна со своим мужем Дмитрием Евгеньевичем. Мы несколько раз были в Беларуси, отдыхали. Нам очень понравилось. Очень. Мы были в ракете. Потом... И тебе батька понравился? Ну, батька само собой, честно говоря, да. Честно, вы из Лукашенко? Да. Он в интернет залез. Да. Я пошла по агентствам гулять. Да. И нашел этот дом случайно я. Они дом смотрели 3 раза. Они приезжали даже с риэлтором, профессионалом, который дом смотрел, фотографировал. Ходили 3 раза, крышу смотрели, фундамент. Они все исследовали. Фотографировали всю мебель. Они же эту мебель я с дома не забрала, вся мебель осталась у них. Вот это мягкие стулья. Вы посмотрите, это ж кошмар. Сделка все же состоялась. С ценой в 45 тысяч долларов по курсу пенсионеры согласились. Стороны подписали договор купли-продажи недвижимости и пожали руки. Новые жильцы стали осваивать незнакомые площади. Мы приехали, я стала окна мыть, на кухне окно не открывается. Позвонили, сразу прибежали 2 молодца, как из сказки, быстро подделали, убежали. То и канализацию почистили, то и там надо было вызвать кого-то, то и фильтры надо поменять, то и получается все время она ко мне с такими вопросами. Я смотрю, деревенская, хорошая, чистая баба. Как не поверить-то? Ей стыдно будет, если что, она говорит, обращайтесь. Она звонит и звонит нахально и нагло. И вот как только я ей сказала нет, посыпались жалобы. Мы обратились с этим в суд. Разбирательства длились больше 2 лет. Сперва новым владельцам отказал в иске районный суд, потом областной. Настойчивые супруги не останавливались и дошли до Верховного суда, который принял решение направить дело на повторное разбирательство в суд города Березино. И когда Березинский суд Капли вынес решение, что на меня повесить эти деньги... Я была в шоке. Я буду крышу делать, я канализацию буду делать. Да. Она насчитала хороших 18 тысяч долларов, как будто это будет подъемный кран все это делать. Она говорит, бедный мой домик, они его рушат. Да, мы поснимали вот эти двери. Они все заляпанные были. Дом построен хозспособом, своими силами. Значит, естественно, она знала, что к дому можно придраться. Казалось бы, таких сделок совершается сотни и тысячи. Продажи недвижимости одного физического лица другому. Правда, мало кто из юристов помнит, чтобы кому-то удавалось вернуть часть денег за уже приобретенное жилье. Здесь мы столкнулись как раз со случаем дилетантского отношения к крупной имущественной сделке. Как со стороны продавца, так и со стороны покупателя. У меня в мыслях ни такого даже не было, что такое может случиться и быть. Если они живут, значит жить можно. Так и в сарае жить можно, дорогая моя. Каждый из них по-своему прав, но все-таки здесь профессиональный посредник, да, вот этот своеобразный медиатор, который, возможно, бы в этой сделке был третьим независимым лицом, смог бы урегулировать этот конфликт, не доводя дело до суда. Пусть выплатит деньги и разошлись. Только вот эту баньку, то вода прорвет, когда я на нее опять подам. И она мне сказала тогда, ты на меня 3 года будешь пахать. Не все можно изменить, не все можно устранить. И зачастую единственным выходом из такого рода тупиковых ситуаций является просто признание самой сделки. Действительно несостоявшейся или ее расторжение. Ведь эта покупка, она все-таки эмоциональная. Она больше связана не с документами, а с ощущениями. Это место жительства. А вы думаете, я лучше найду? Или будем так говорить? Был бы он на своих ногах, не перепахала бы я вот здесь вот,
Мне своих трудов жалко. Вместо того, чтобы жить и радоваться жизни, они занимаются тем, что прессуют нас и вымогают деньги. Я все равно буду судиться. Где-нибудь в Англии или Америке эта история могла бы стать судебным прецедентом, то есть послужить примером остальным судам при разбирательстве подобных дел. Но прецедентное право нашей судебной системе не свойственно. Безусловно, это повод задуматься всем остальным, сделать из этого выводы. Всегда нужно понимать, что в любой сделке, где фигурируют достаточно немалые денежные суммы, всегда нужно закладывать определенный процент на услуги профессиональных специалистов, которые в этом понимают, в этом разбираются и которые посоветуют, как сделать все правильно. Закон позволяет ответчику подать апелляцию, а значит, червинский спор из-за домика еще не завершен. Пенсионеры переводят дыхание перед новой войной. Константин Глубокий, Родион Кабанович, Иван Боровой, «Контуры». Вообще, глядя на всю эту ситуацию, хочется пожелать всем сторонам конфликта здравого смысла. Умение слышать друг друга важнее и чаще всего эффективнее формальных подходов. К слову, вот этот принцип «умение слышать друг друга» подходит не только в решении бытовых споров и противоречий, но и для глобальной дипломатии, международных отношений. Главное – найти это общее для всех место. На этой неделе такое общее место попытались нащупать в Иерусалиме. Там состоялся международный форум, посвященный Дню памяти жертв Холокоста и 75-й годовщине освобождения Освенцима. По поручению президента нашу страну на форуме представлял спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко. Впрочем, столь масштабное мероприятие – это, безусловно, хорошо, хотя даже вокруг них, как можем видеть, находится место для споров. Однако в деле сохранения исторической памяти гораздо важнее регулярная, кропотливая работа по передаче новым поколениям правды. Не ослабевающая бдительность и реакция на попытки историю переписывать и путать злодеев с героями. Одним словом, память о поколениях победителей – это каждодневный труд каждого из нас. В 2020-м, в год 75-летия Великой Победы, работа по сохранению исторической памяти ответственна вдвойне. Каждый вносит свою лепту, и мы с радостью присоединяемся к этому. Уже в работе сразу несколько проектов ОНТ о том, как наши деды приближали День Победы, какой ценой она досталась нашему народу. Сразу после «Контуров» на нашем канале новая серия из цикла Тенгиза Дмбадзе «Они освобождали Беларусь». Помним то времена, когда азербайджанцы боролись за белорусские земли. Беларусь всегда будет помнить своих героев. В 34 года он уже генерал. Его танковая бригада освобождала Борисов, Минск, Молодечно и Вилейку. Единственный азербайджанец, который был удостоен два раза высокой награды Герой Советского Союза. Сколько горожан вышло встречать внука Азиаслана. Вы представляете, какая память? Мы приехали ему с добрыми словами и низким поклоном. Смотрите четвертый фильм проекта «Тенгиза Думбадзе». Они освобождали Беларусь. В воскресенье на ОНТ. Ну а завершить нашу программу хочется самым красивым во всех смыслах сюжетом. Признаюсь, им мечтала заниматься почти вся мужская часть нашего ньюсрума, но доверили его мы репортеру Наталье Козей в надежде на беспристрастный взгляд. Ведь конкурс «Мисс Беларусь», кастинги которого сейчас проходят в разных уголках страны, уже давно не только про красоту. Даже те, кто не прошли финал, что-то открывают в себе. Например, уверенность, умение четко и убедительно заявлять свои таланты. Для кого-то это своего рода социальный лифт. Тут вообще множество метрик куда более существенных, чем 90-60-90. Ведь в стране, в которой каждая девушка красавица, особо трудная задача выбрать ту, которая заслужит корону «Мисс Беларусь». Вот об этом непростом выборе и о том, как складывались судьбы победительниц конкурса разных лет, прямо сейчас в нашем репортаже. Я же прощаюсь, хорошей недели и спасибо, что вы с нами. С
Спортивный девиз «Быстрее, выше, сильнее» для Дарьи Солодкой – прямое руководство к действию. Будущий тренер по легкой атлетике, ей 20, и она десятки раз завоевывала призовые кубки, медали на соревнованиях. Ее сложно обогнать на дистанции в 1,5 километра. А вот придет ли она первой в финале конкурса «Мисс Беларусь 2020», кто ж сейчас скажет? Я бы все отдала, чтобы выиграть, чтобы как-то представить свою страну на международном уровне. Дать обет безбрачия, сидеть на яблочно-кефирной диете, вывести тату. Не только Даша, здесь каждая настроена решительно. Девчонки открыто заявляют, пришли сюда не для того, чтобы дружбу заводить, а чтобы получить заветный титул. Лопаточки собрали, ровненько с правой ножки идем вперед и... Только от Могилевской области на кастинге больше 100 участниц. Под свое крыло конкурсанток взяла Татьяна Полоскова. Наставник с 20-летним стажем в модельном бизнесе. Акула подопечных не щадит. Так, вот что тут? Вот это тот случай, который называется «Вот так не придите на кастинг». Он уже в новом белье. Готова на все, но нужно ли жертвовать всем ради короны и титула? И как выбрать свой путь? Друзья мои, для того, чтобы победить в конкурсе красоты, надо меньше всего думать о победе. Главное – быть честной с другими, с самой собой. Это по ней до сих пор мужчины сходят с ума. Анжелика Гурбаш – обладательница 3 корон конкурсов красоты. Стала первой прихожуней Беларуси на премьерном национальном конкурсе. Затем примерила последнюю корону СССР, стала мисс фото большой, но уходящей страны. И уже родив 2 детей, получила диадему «Миссис Россия». Непревзойденный пока рекорд для наших красавиц. Сегодня певица и актриса признается, что тогда все вышло случайно. На свой первый конкурс в Минске Лика, тогда Елинская, пошла за компанию с подругой. Платье подобрали организаторы. Мама сшила купальник из 2 платков. Я все делала наоборот. Я ходила через такт. Я должна была обратить на себя внимание, даже когда у нас был конкурс «Выход в купальниках». Я втайне от всех. Нам выдали купальники, естественно, одинаковые. Я надела свой купальник. И вышла в совершенно другом купальнике, в своем купальнике. Ну, вот такая вот я была дерзкая. Ничего, потом члены жюри говорили, что от меня просто искры какие-то летели из глаз. От меня никого не было видно, только меня. Токио, Майами, Нью-Йорк, Милан, Барселона. Благодаря победе в конкурсе «Мисс Беларусь 2004» Ольга Антропова объездила весь мир. В скольких прекрасных местах и интерьерах побывала – спустя годы поняла, хочет делать красивой свою страну. Сегодня Ольга – известный дизайнер-декоратор. Гордится рестораном, которому вдохнула новую жизнь всего за 3 недели. Получается из-за преломления света, и она так выделяет, что совсем другой оттенок у нее. Главный совет – хочешь победить? Изучай. Вспоминая теперь уже такой далекий 2004-й, Ольга признается, было очень страшно. А когда ей страшно, она смеется. Так и победила, покорив жюри улыбкой. Я так помню, мы уже выходим на финал. Вот 3-е место. Я думаю, ну вот хотя бы. И ведущий говорит, 2-я вице-мисс Ольга. Я так встрепенулась. И Ольга Куришко. Я думаю, ну ладно, 2-е место. И они говорят, Ольга, и я вот опять так с надеждой, и они говорят, Герасимович. И когда объявляют Ольга Антропова, и все. Дождик, и корона, все. И вот когда ты уже в этом всем, вот жизнь меняется очень-очень по-другому. Мисс Минск 2004, Куришко Ольга. Та самая Ольга Куришко, мисс Минск 2004, 2-я вице-мисс Беларусь, теперь ведущая субботнего выпуска на ОНТ. Мы снова едем в гости к тому, кто лучше всех. Как победить? Ее ответ – мало красоты, важна энергетика. Своей харизмой Ольга делится с телезрителями. А еще теперь она мама двойняшек. Всем родителям советует – чаще говорите дочкам, какие они красивые. Конкурс красоты – это тот момент, когда ты можешь раскрыть свои таланты, донести миру свою позицию, сыграть свою роль. А для меня это стало началом моей большой телевизионной карьеры. Вот уже 15 лет я проводник ваших историй, и чему безумно рада. Мисс Беларусь должна быть искренней и настоящей, поэтому она как минимум должна любить то, что делает.
С таким девизом Ольга Хиженкова нет, не шагает, бежит по жизни. Покорять вершины – это про нее. За плечами девушки многочисленные съемки, участие в показах и, конечно же, главный титул – «Мисс Беларусь 2008». Благодаря конкурсу начала бегать, да так полюбила спорт, что связала с ним жизнь. Сегодня королева красоты – пресс-секретарь футбольного клуба «Динамо Брест». Белорусский народ всегда славился своим гостеприимством, своей добротой, поэтому мне кажется, что девушки как раз-таки должны вот это все в себе нести и достойно представлять страну на международной арене, так, как это сделала в прошлом году, например, Маша Василевич, и это было на самом деле прекрасно, и мы все ей гордились. Что касается кастингов, кстати, то я здесь все-таки советую девушкам не увлекаться слишком яркими, шикарными нарядами. Наоборот, лучше выбрать что-то сдержаннее. Ныне депутат Палаты представителей, наш коллега по ТВ и поклонница здорового образа жизни Мария Василевич вспоминает, как сама пришла на кастинг в черных леггинсах и черной майке. Именно первый этап кастинга для нее был самым волнительным. Конечно, здесь важна поддержка родных, ведь у любого конкурса красоты две стороны медали. И вот вам еще один важный совет от «Мисс Беларусь» – быть сильной духом. Есть комментарии в негативном русле, но которые действительно, прочитав которые, ты можешь достать какие-то советы для себя лично. Но есть комментарии, которые абсолютно безрассудные, и просто понятно, что человек писал это только в эмоциональном порыве. К этому нужно относиться более-менее хладнокровно, отстраняться от этого. Безупречный внешний вид, уверенность в себе и огромное желание победить. Вот главные составляющие успеха. Со знанием дела говорит «Мисс Беларусь» 2016 года Полина Бородачева. Единственное, что можно сделать, это какой-то минимальный тон, может быть, губки слегка. Но так это максимальная естественная красота. Ее жизнь после конкурса, конечно, изменилась. Благодаря конкурсу я получила, знаете, опыт. Я научилась вести себя перед камерой. Я получила опыт, актерский опыт. Я получила, знаете, какой-то такой вот багаж вот того, чего нужно, необходимо иметь в жизни. Наряду с этим победа в конкурсе на 2 года притормозила ее личную жизнь. Таковы правила. Полина шутит, мол, расписалась с любимым чуть ли не на следующий день, как только позволил контракт. В этом году Полина Бородачева заканчивает ИНЯС. Параллельно работает на телевидении. Я безумно рада, что у меня есть такие замечательные детки. Радуюсь их достижениям, талантам. И очень сильно люблю. Екатерина Данилович в девичестве Литвинова за своей победой шла долго и упорно. Если на конкурсе в 2004-м вошла лишь в топ-12, то через 2 года пазл сложился. Сегодня «Мисс Беларусь 2006» можно увидеть в самых разных проектах, рекламных роликах и даже в фильмах. Но вовсе не это она считает своим главным достижением. Радоваться тем моментам, которые происходят во время конкурса, и не упускать эти моменты, быть на позитиве, не расстраиваться, не отчаиваться и только вперед. Кастинги еще проходят по всей стране, каждые выходные. В следующий уикенд в Гродно и Бресте, затем в Витебске и Минске. Лучшие из девушек поборются за главный титул королевы красоты в финале «Мисс Беларусь 2020», который пройдет в мае. Будущая мисс должна обязательно знать хотя бы один иностранный язык. Желательно, наверное, английский. Если она хочет пробиться, помимо того, что завоевать этот титул в нашей стране и потом представлять нашу страну еще на международных аренах. Да, у самых красивых девушек нашей страны много общего. Они следят за собой, занимаются спортом, у них есть харизма и любимое дело, цели и мечты. Ведь «Мисс Беларусь» – конкурс не только о красоте. Чтобы чего-то добиться, нужно что-то из себя представлять. Такое вот руководство к действию для всех. И самый главный совет абсолютно от всех мисс – улыбаться, даже тогда, когда грустно, и при этом быть собой. Возможно, это и есть самое трудное – победить собственный страх, чтобы доказать королеве красоты все по плечу. Наталья Козей, Никита Полякевич, Елена Соловьева, Светлана Корульская, Михаил Максимов. Контуры.